Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чаранодаям Гопиджано Самаюктам Бриндаванам Манохар Ванча Калпатару Вашаки Пасинд Бевача Патитанам Павоне Бхавишна Бебхио Намо Нама Мукан Кароти Вача Ланг Пангун Ланг Хайтигирим Ятки Патамаханг Банди Парамананд Мадвам Бриндавай Тулсидеббхай Пиявай Кесавасача Снабхакти паде деви саттваттвай намо нама Нараяна намаскритта нарунчайва нараттамам Девинг сарасватинг вясам тато жайо мудире Санкетане кришна катупадеш Гаврия патрашва пракасане ча Чаданурагта гуру бхакти юкто Бхакти Прамодакша Джагод Баруна Дейям Сада Парибхавагнам Виштадухам Титас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Битатихам Панотапал Лухабадди Путам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджи такимапига бабадушва дарши Пурнану рагра сасагра сарамурти Сарадхика махи када кипам кароси Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Сиаддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитта Ананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджану ламбита бхужау канака бадато Шанкиртанай капитару камала йотакшо Вишамбару диджавару югадхарма пало Банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Муктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхаванурупенна саданаранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара бивуши тобам бхагам Нараяно приямананга мада пхарам Барану сипурапати бхаджаби шанатам Баги саджуша бадане Лакшмир джасача вакшаше Джасястиде самби Там нишингамахам хаже Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Tadeva Ramam Ruchiram Navam Navam Tadeva Shakshat Manaso Mahasavam Tadeva Shokarnava Soshanam Ninam Jaduttama Sloko Jaso Anugiyati Tadeva Ramam Ruchiram Navam Navam Tadeva Shakshat Manaso Mahasavam Tadeva Shokarnava Soshanam Ninam Jaduttama Sloko Jaso Anugiyati Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru told, we are more or less contaminated with Mayavad Vichar. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru told, more or less we are all contaminated with Mayavad Vichar, most of us, not that everybody, but most of us contaminated with Mayavad Vichar. We are Vaishnava. How you say we are contaminated with Mayavad Vichar? Gauriya Goshtipati Prabhupada speaking, what is the basic theory of Mayavad? I was discussing yesterday, what is the basic, most basic vichar of Mayavad? Those who are contaminated with Mayavad, they don't have 100% belief in Guru Vaishnava. They believe, okay. But 100% they don't believe. Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что мы все в той или иной степени осквернены Майявадой. Основной признак Майявады – это неверие в Гуру Вайшнавов. И в Майяваде не верят ни в Гуру, ни в Вайшнавов, и даже в Махапрасад не верят. И таким образом, так или иначе, мы все осквернены Майявадой Вичаром. Майявада Вичар значит… We can Mayavad Vichar mean they don't have 100% believe in Guru Vaishnava. У людей нет веры в Гуру Вайшнава, в Бхагавана, Наму Даму. И много раз я говорил. Махапрасаде Говинде Намой Брахмане Вайшнаве Сальпапуннам Батамруяян Висвасаной Ваяяте Сарира Виддаджал Джарендия Тайк Ридхитна. Every day, but you understand the meaning. You read everything. Prabhupada speaking. Ishila Prabhupada говорит. You know, those who are contaminated with Mayavada. Те, кто осквернены Майявадой, те, кто не имеют полной веры в Гуру Вайшнава и Бхагавана, они не верят также в Махапрасад. В этом большая проблема. Все наши предыдущие ачари, особенно я говорю о ачарях четырех авторитетных вайшнавских сампрадаях. Эти четыре сампрадая, они одобрены Бхагаваном, а все другие сампрадаи, они не авторитетны. Вот здесь четыре авторитетных вайшнавских сампрадая. In Padapurana it is written, sampradaya vihina ye mantraha ste nishphalamataha. Sampradaya vihina ye mantraha ste nishphalamataha. Those who are not going to have a direct link. И вот в этой шлоке говорится, что те, у кого нет связи с этими четырьмя авторитетными вайшнавскими сампрадаями, они не смогут достичь своей цели. Те, у кого нет прямой связи с одной из этих четырех сампрадай, я уже перечислил их. Это Рамануджачари сампрадай, Нимбарки, Вишну с вами, Мадхавачари. И вот те, кто… И вот это четыре авторитетных сампрадая, описанных в шастрах, если у вас есть прямая связь с ними, с этой парампарой,
то тогда у вас будет шанс достичь цели, иначе нет. Большинство людей имеют превратное понимание о различных этих различных ветвях сампрадая. Кто-то думает, что Рамануджа сампрадая и Рамананди сампрадая не одинаковы. И большинство людей они думают так, что Рамануджа сампрадая и Рамананди сампрадая они одинаковы, но нет, это не так. Шрила Прабхупад говорит, если вы будете изучать их сиддханту, их путь баджана, то тогда вы найдете большую разницу. Они отличаются. Рамананди свами, он 14-й. Это ачарья, их преемственности, но отклонился. Его цель баджана, суть баджана отличается. И таким образом, из-за влияния времени и обстоятельств, из-за влияния майи, люди отклоняются от подлинного пути, подлинного учения сампрадая. Я не хочу обвинять кого-то. Это происходит из-за влияния майи. Никто не может избежать этого. И вот в сампрадаях мы находим вопрос Гуру Парампара. Вопрос сампрадайк парампара. Авторитетность сампрадайк парампара зависит от этого главного. Вы не должны гневаться на меня, я просто говорю об абсолютной истине, поэтому прошу вас понять правильно. Авторитетность Гуру Парампары. Польза Гуру Парампары, она зависит от этого главного, от того, что все успешные ачарьи должны находиться в одной преемственности, в одной линии, как Ганга, она исходит из Гамука, из Гималаев. И вот Ганга, она по различным местам протекает. И если я спрошу вас какой-то воды Ганги, можете ли вы мне дать? То есть, если я попрошу реки, воды с реки Ганги, то есть, и чтобы набрать ее, нужно принести воду именно с Ганги. Хотя рядом река Аджая протекает, но ее вода отличается от вод Ганги. И чтобы обрести воду Ганги, нужно следовать руслу Ганги. То есть можно взять воду только там, где она протекает. Внешняя вода одинаковая, но отличается. И также авторитетность и польза Гуру Парампары, она зависит от этого главного. Это Гуру Парампара, она снизошла к нам. Можете ли вы поверить мне или нет? Слепо вы не можете верить. Это моя просьба. Вам не верьте слепо. Пытайтесь видеть сами, видеть сиддханту, мой характер, мой ачару, мой этикет, мое чувство. Находится ли это в гармонии с моей гурваргой или нет? Вы должны смотреть на это. И вот просто слепо мы не можем принять Гуру Парампару. Мы должны выяснить, кто есть кто.
и в этом польза этой Гуру Парампара, авторитетная Гуру Парампара, то, что сегодня, до сегодняшнего дня Симан Махапрабху, он ушел из этого материального мира 550 лет назад почти, но все же чудесно. По милости Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупады у нас есть возможность обрести то же самое учение. И сейчас у нас есть возможность обрести то же самое учение, которое Махапрабху дал в то время. Понимаете, о чем я говорю? Это научная, а не какая-то ложная философия. У меня есть возможность обрести то же самое учение Шичитани Махапрабху через Бхактину Такура, через Шрилу Прабхупаду, через Кешава Госвами Махараджа. Или через Вамана Госвами Махараджа, через нашу Парампару. И вот авторитетная Гуру Парампара. А те, кто отклонились, то отклонились, значит, они не достигли успеха. И их последователи, они тоже не достигли успеха. Как они сами не достигли успеха, и их последователи также. Даже говорится в Бхагаватам, что такие люди могут отправиться в ад. Это одобрено шастрами. Я не говорю какой-то сухой философии. Много раз я говорил об этом. Может, кто-то забыл. И вот говорится здесь. В шастрах говорится. Бесконечных. И те, кто не воспевают славу Гуру Вайшнавов, Бхагавана, авторитетным образом, такие люди, они ничего не достигнут, ничего положительного. Что значит авторитетно воспевать славу Гуру Вайшнавов? Это значит, что мы должны принять милость Шаута Парампара. Может, вы слышали имя Веды? Это Шрути. Почему? Одно из имен Веды — это Шрути. Поскольку с незапамятных времен, с самого начала мироздания, система была, то, что ученики, они запоминали Веды, слушая их от Гуру. Гурудев говорил по памяти, цитировал Веды, а ученики, они запоминали. И вот в то время система была, что, слушая Веды, Веданту, они запоминали все. И вот если мы не находимся в гармонии с нашей Гуру Парампарой, если мы запоминаем какую-то ложную философию, написанную кем-то, и просто говорим ради какой-то славы, то это харикатха. Нельзя сказать, что она подлинная харикатха, поскольку это не находится в гармонии с нашей Гурвагой, с нашей Сиддхантой и всем остальным. Это не на пути Шаута Парампара. Это шлока, с которой я начал. И какого значения этой шлоки? Джо Бхакти, тот, кто говорит ложную Сиддханту, они находятся в гармонии с Гуру. Если кто-то говорит какую-то ересь, то можно
понять. Как, например, в случае с Чайтанья Махапрабху. Когда Чайтанья Махапрабху, Махапрабху сказали, что Брамананда Бхарати пришел в Пурушоттам Даму. Пытайтесь вспомнить эту Сиддханту, иначе люди будут как-то бороться с вами. Но бесполезно, поскольку у нас есть авторитетное свидетельство. Как смотрите, когда Махапрабху сказали, что Брамананда Бхарати пришел, то Махапрабху спросили, нужно ли его привезти сюда. Махапрабху сказал, нет, он наш Гуру Варга, он старше, я сам пойду к нему, где он. И вот он пошел к нему. И когда он пришел, Махапрабху увидел, что Брамананда Бхарати, он одет в тигриную шкуру. Мукунда спросил, где же Брамананда Бхарати. Махапрабху спросил, где же Брамананда Бхарати. Ему сказали, что вот он. Но Махапрабху сказал, что это не он. Как он может носить тигриную шкуру? Это не он. И вот Махапрабху сказал, что у вас нет здравого смысла, Брамананда Бхарати никогда не может носить тигриную шкуру. И Брамананда Бхарати понял, что Махапрабху не нравится его такое отречение. Он переоделся. И Махапрабху его сразу узнал и выразил почтение. Наша Гуру Варга дала такой пример, что настроение Брамананда Бхарати в том, чтобы одевать тигриную одежду, это оно не было одобрено Махапрабху как Сиддханта. Может быть, Махапрабху уважает Брамананда Бхарати, но это Махапрабху не позволял. И так или иначе, мы должны быть очень осторожны, поскольку в этой шлоке говорится, те, кто говорят какие-то вещи, которые не одобрены нашей авторитетной Гуру Варга, может, внешне очень красиво выглядит. Как есть такая пословица, что голод — это лучшая приправа. Но что толку от... Но если вы не голодны, то никакие приправы не увеличат ваш голод. Итак, если кто-то говорит всякую ересь, если кто-то постоянно несет какую-то отсебятину, это признак того, что человек отклонился. И шастра говорится, те, кто слушают и говорят неправильную сиддханту, они оба говорят, что те, кто говорят неправильную сиддханту, и те, кто слушают, они они оба попадают в ад в итоге. Пита Махабишма, он тоже однажды протестовал против Гурудева. И вот наш Пита Махабишма, один из 12 махаджан. И вот Пита Махабишма говорил, что тот гуру, у которого нет здравого смысла, у которого говорят всякую ересь, не следует шастрам, мы должны отвергнуть его, отвергнуть такого гуру. Кто
советует какие-то неправильные вещи, полностью все неправильное, то мы должны отвергнуть такого гуру. Питамаха Бишма, один из 12 махаджан, говорит эти вещи. Что те, кто не знает, что нужно говорить, что не нужно, как гуру должен себя вести. И такие люди иногда занимают положение гуру. И нужно смотреть, у кого, чем живет этот человек. Ни деньгами, ни какими-то общественными связями или еще чем-то материальным. Суть, на которую мы должны смотреть, как он следует своему Гурудеву, Нитьянанде, как он следует Гурварге. И вот суть в том, что сегодня день ухода Шрилы Рамануджа Ачарьи, великого Рамануджа Ачарьи. Много раз Шрила Прабхупад говорила о Рамануджа Ачарьи, о Бхактивинода Такуре. И вот Рамануджа Ачарьи значит... И вот на санскритской грамматике, если это разделить, Рамануджа, Рамануджа Ачарьи, значит, младший брат Рамы. И вот младший брат Шри Рамачарды, он пришел сюда в форме Рамануджа. И когда Рамануджа Ачарьи рядом с Мадураем, в Мадрасе, это и название этого места Махабхута Пурам. И вот Рамануджа Ачарья явился в великой знаменитой семье. Величие саду зависит от его поведения, от его любящего сердца. Но не зависит от положения, которое он занимает. Значение гуру и вайшнавов зависит от этого главного фактора, насколько он следует этому совершенному ачарану, как он, каково чисто, как, насколько чисто его сердце и ум. Если он только внешне следует всему, этого мало. Нужно соблюдать как внешнюю чистоту, так и внутреннюю. Если вы чего-то избегаете, то это нехорошо. Такие парамхамсы, как и Мадхавинда Пурипат, и Шар Пурипат, если внешне найдете, что их внешняя чистота не столь... You can discover Madhavendra Puripad not going to take bath, whereas you are going to take bath 4 o'clock, eh? Кто-то может видеть, что Рамануджа Ачарья, он внешне не моется, или Мадхавендра Пурипад, точнее Мадхавендра Пурипад, внешне не моется, но он повторяет харинамы, и этим он совершает омовение постоянно. Харидас Такур также. Но мы слепые, не можем видеть, и поэтому... Я могу это сказать на день явления Мадхавендра Пурипада. Вот Мадхавендра Пурипад, он молится Верховному Господу. О Господь, у меня нет времени принимать омовение. И Мадхавендра Пурипад говорит, и вот он говорит в этой шлоке, о Санди Вандана, у меня нет времени повторять тебя, нет времени принимать омовение. Ну что это? Санди Вандана Намастубьян. И вот он просит прощения у Санди Вандана, что у него нет времени повторять их. И вот он выражает почтение всем этим ежедневным обязанностям. Но из-за того, что у него нет времени всем этим заниматься, но мы должны следовать таким общепринятым правилам и предписаниям. И вот главная чистота в том, чтобы помнить Бхагавана внутри своего сердца.
И вот так или иначе, Рамануджачари, он принял рождение в Махабутапуре в Южной Индии. И вот все эти четыре ачари, они все родились в Южной Индии. Если у вас есть связь с кем-то из этих четырех авторитетных вайшнавских сампрадай, то тогда ваш баджан тоже авторитетен, иначе вы делитесь. И вот имя отца Рамануджачарьи было Кешавачарья. И вот имя отца Рамануджачарьи было Кешавачарья. Мать Кантимоти, отец, соответственно, Кешавачарья. Однажды младший брат Кантимоти, я имею в виду этот... Рамануджачари, он был ученик великого Ямуна Муни, Ямуна Ачарья. И когда он услышал, что моя старшая сестра, она родила прекрасного мальчика, он побежал увидеть этого мальчика, и он увидел, что он великий преданный. Он получил милость Ямунджачари, и он посмотрел на этого мальчика и сказал, что он необычен. Он увидел различные признаки. И он понял, что тот младший брат Рамачандра в соответствии с признаками, описанными в шастрах. Как вы, может, видели отпечатки стоп Радхарани или Гуру Нитянанды. Это очень благоприятно все. Можно здесь вот их поместить, очень благоприятно. И вот он увидел все эти признаки и сказал, что он Рамануджа, младший брат Рамачандра. Вот он дал имя ему Лакшман Деши. Лакшман, младший брат Рамачандра. И вот Лакшман вырос. Он был очень разумен. И все. Он, если что-то прочитал или услышал, однажды он запоминал. Он был очень разумен, очень умен и очень быстро изучил все шастры. И вот после этого, благодаря разрешению своего отца Кешава Ачарьи, он хотел учиться дальше, изучать Веды и Веданту, поскольку в то время в Южной Индии уважали Веданту, поскольку Шанкарачарья, он родился раньше. И вот Шанкарачарья, он был очень... влиятельным, и Бхагаван, сам Бхагаван отправил его, и поэтому вся Южная Индия, практически вся, они попали под влияние Шанкарачарьи. Я уже сказал, большинство наших гуруаги, они иногда принимают одну данду.
И это свидетельство. Это вот одна данда. Это признак Майявады, но Мадхаведа Парипата тоже принял одну данду, но мы не должны превратно понимать, поскольку в то время наш Прабхудананда Сарасвати Патан тоже принял одну данду, поскольку в то время это была обычная практика. Все, кто принимали саньясу, они принимали одну дандовую саньясу, но мы не должны забывать, поскольку такая традиция была везде, но нельзя обвинять их, поскольку они приняли одну дандовую саньясу, поскольку другую попросту не было. Но наши Гурвага, Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупада, они дали нам пример, что хотя можем мы найти внешне одну данду, у них, но у них есть концепция о том, правильная концепция, что внутри этой одной данды содержится три данды. Хотя внешне выглядит как одна. Но в этой одной данде они видят три данды. То есть контроль ума, тела и речи. И вот если мы наказываем ум, тело и речь контролируем, занимаем все в служении Кришна Севе, служении Кришна Севе, Бхагаван Севе, это зовется данда. Данда значит контролировать наш ум, тело и речь, и мы все это занимаем в служении Бхагавана. Не в служении Майи, а в служении Бхагавана. И в этом суть Триданда Саньяса. Махапрабху принял одну данду, что из этого. И, но для Махапрабху это нельзя сказать, что это неправильно. Поскольку Махапрабху может сказать, Хам Брахмасми может сказать, поскольку он есть браман, для Махапрабху это правильно. То, что он принял одну дандовую саньясу, но все же Махапрабху, он не дает нам такое учение. Махапрабху, он мог сказать Махам Брахмасми, но никогда не говорил, хотя он сам брахман по сути, но он пришел, чтобы научить нас бхакти, поэтому он вел себя должным образом. Если кто-то говорит «Намо Нараян», то мы не должны подражать. Мы просто малая душа, дживатма. А кто-то думает о себе, как о Нараяне, но это неправильно. Обусловленная душа никогда не может стать Нараяной. Я не Брахма, я просто падшая душа. Махапрабху дает нам такой пример и такая же идея. Она есть в сердце чистых преданных, как наш Мадхаведа Парипат, Иша Парипат, Прабхудананда Сарасвати. Хотя внешне можем найти одну данду, но три данды внутри. Их ачаран говорит о том, что у них есть три данды внутри. И таким образом Рамануджачарья, Мадхавачарья, все они в то время. Южная Индия была полностью при Майявада там преобладала. Сейчас поменялось что-то, но все же недалеко не все понимают, что такое чистая бхакти, которая принес Махапрабху. Там такие люди, что максимум могут понять даршан Мадхавачарья. Шуддадвайтаваду. Или Рамануджачарья, Вишуддадвайтаваду могут понять, но не более того. И таким образом они застряли там и не могут понять соковинную суть баджана,
который показал Гуранга, и так или иначе Рамануджачарья принял решение отправиться в Канчипуру. Сейчас имя поменяли, город называется Канджибарам. А тогда Канчипуром назывался, поскольку Канчипуру Лакшмандеши. Это предыдущее имя Рамануджачарья, Лакшмандеши. И вот он думал, что, чтобы отправиться в Канчипурам, чтобы изучить веданту от какого-то знаменитого ачарьи. И вот что решил Рамануджачарья? У него было знание веданты. И он отправился в Канчипурам. И вот он там изучил веданту. От кого? От Ядавачарьи. И вот там один ачарья в Майавади Сампрадае, он преподавал веданту Рамануджачарья. Он не был в Майавади и уже сказал, что он Рамануджа. Как он мог потерпеть? И вот система в том, что мы должны служить Гурудеву. Говорится, как обрести таттва-гьяна, если мы служим Гурудеву, таттва-гьяне необычного гуру, таттва-гьяне гуру всем сердцем. Если мы слушаем Харикатху, Харикатху всем сердцем, Пранипат, мы предлагаем ему полные распростертые поклоны, и чтобы показать наше смирение, никакого лицемерия не позволено. И вот Пранипатина, Парипрашнина, мы должны задавать должные вопросы Гуру Вайшнавам о том, как совершать баджан и служение. Эти три условия, если мы их исполним, то тогда мы сможем обрести таттва-гьяну от этого таттва-гьяна Пуруша. Рамануджачарья тоже следовал этой процедуре. Он следовал, служил Гурудеву, слушал Харикатху, предлагал почтенные поклоны, но он смотрел, видел, что его Гурудев не придерживается пути бхакти, а идет куда-то в другое место. Однажды он массировал спину Гурудева маслом. И его гуру объяснял веданту и Упанишаду. И вот он произнес какую-то шлоку из Упанишад. И там он сравнивает лотосные глаза Нараяны. И вот Майавади гуру, этот Ядавачарья, которого Лакшмандеши принял. Это не значит, что он глупец, а просто ради того, чтобы была такая лила, он принял посвящение ложного гуру. И вот он смотрит на него, что неправильно объясняет эти льные шлоки. И вот однажды он массировал, делал массаж спины, и я тут в процессе объяснял. Этот Ядавачарья сравнивал лотосные глаза Бхагавана, они розового цвета. И вот этот Ядавачарья сравнивал глаза Рамачандры с задницей обезьяны, которая тоже розового цвета.
which is very dirty. He is going to compare with just with the backside of monkey, which is totally illegal. И вот тут приводил такое недостойное сравнение, и Лакшман Деши, он начал плакать, слышать такую ерунду, и слезы начали капать у него из глаз. Это, его гуру спросил, почему тот плачет, сказал, что не могу слышать такое, вы сравниваете лотосные глаза Бхагавана с задницей обезьяны, как так можно? И тот возмутился, спросил, с чем же еще сравнить? Еще споришь со мной тут? И Рамануджа Ачарья сказал, если я объясню вот так, вот он привел такие слова. Тошува ята капьясам пундарика ева ино наяна. Тошува ята капьясам пундарика this kind of, you know, you see, I can remember just now, this one. Тасова ята капьясам пундарика мева акшини. I mean the lotus eyes of Bhagavan. Вот он сказал, что лотосные глаза Бхагавана могут быть сравнены с солнцем, которое восходит. И когда солнце восходит, то оно становится такого красновато оранжеватого цвета. Рамануджачарья вот сравнил. Капьясам mean you can explain two way. One way, dirty way, explained by Jadavacharya. Вот он привел более такое красивое, поэтичное сравнение. Копи mean санскрит, копи mean на санскрите и вот это. Копи асан, I mean the backside of monkey. И вот и вот этот его гуру он назвал этого, сравнил глаза Господа с таким термином, он назвал капьясаном. То есть капья это обезьяна, асана то, на чем она сидит. Sun going to drink all water from, you know, water press. Follow what I say. А Рамануджачарья он привел гораздо более прекрасное сравнение. Он сказал, что подобно тому, как солнце, оно с помощью своих лучей оно пьет воду из водоемов, осушает их и таким образом принимает воду. And ash dhatu ash in Sanskrit ash dhatu ash ash dhatu mean to express in full form like the lotus flower this way when sunlight there express in full form full blossom so Ramanujacharya wanted to explain that kapyasam this word Gurudev I can explain this way kong pibati. А вот Рамануджачарья это слово капьясанам, он объяснил другим смыслом, то есть канпивати, тот, кто пьет воду. Следующий слог он объяснил, как солнце, которое только восходит на востоке, оно имеет красновато-рыжеватый оттенок. И Follow.
И вот глаза Господа, они подобные цветом, подобные солнцу во время восхода. И вот этот его гуру испугался, он сказал, что хорошо, но не очень. И вот этот Ядавачарья, он начал аргументы какие-то приводить, чтобы защитить свое положение. И после этого опять его гуру объяснял какую-то шлоку из Упанишад, вот эту. Сатьям гьянам анантам брахма. И вот он тоже неправильно ее объяснил. Это шлока из Тайтрия Упанишад. И вот Лакшман Деша тоже был опечален и сказал, что такое объяснение, оно неправильное. Ядавачарья, он уже понял, что этот мальчик вскоре опозорит меня, и поэтому нужно его убить. Если его не убью, то вскоре, очень скоро он меня опозорит и разоблачит всю нашу Майаваду. И вот он начал думать, как от него избавиться, и вот сказал, что мы все со своими учениками мы пойдем в Аллахабад. Там слияние Ганги, Ямуны и Сарасвати, и вот они собрались, чтобы принять омовение там. Это просто было какой-то отговоркой, поскольку на пути к Аллахабаду нужно будет пройти через Биндачал Парват. Биндачал Парват, он разделяет южную и северную Индию в центре. И вот на берегу оттуда начинается река Нармада, и Ядавачарья решил, хорошо, мы пойдем вот через этот лес, и в процессе можно будет убить его и списать на каких-то зверей. В общем, решили скормить его тиграм и прочим животным лесным. Ну, там вместе с Рамануджачари какой-то его брат учился. Лакшман Деши. Sister of mother, her, you know, song. That means sister of mother. И вот, you know, sister of mother. So her song, this, you know, this is brother, in the sense. Govindo, by chance, could realize, understand the planning. И вот его, в общем, родственник какой-то, он понял, что собирается произойти. In the meantime, somehow, и так или иначе, Говинда предупредил Рамануджачарью, что они собираются убить, и что лучше ему убежать. И Лакшман Деши, он отправился в лес, и по милости Бхагавана он спасся.
И когда Ядвачарья увидел Говинду, он спросил, где же Лакшман? Я не знаю, где Лакшман. Я думал, он пошел вперед. Я думал, что он пошел вперед, и поэтому не заметил. И вот отправили искать его, и Ядвачарья уже был счастлив, что, может, его звери съели по дороге, пока он отстал от нас. Пойдемте дальше. И тем временем тот Лакшман Деши, он бежал. Устал, чувствовал жажду, голод. И он отделился от этой группы. И в итоге он решил отдохнуть под деревом баньяна. И случайно он встретился с какой-то парой. С какими-то охотниками. И там Лакшман Деши спросил, куда ты идешь. И вот мы пошли, идем принять даршан Бхартараджа, и мы тоже идем, пойдемте вместе. Сегодня ночь, лучше отдохнем под этим деревом, с утра пойдем. Хорошее предложение. И тем временем жена этого охотника, она чувствовала жажду. И Лакшман Деши, он сказал, что я принесу воды вам. И вот решили подождать утра, не идти ночью, и с утра Лакшман Деши, он пошел искать прекрасный водоем, но не было у него куда набрать. И поэтому принес воду в ладонях и предложил жене этого человека, которого встретил. Три раза он ходил так. Но руки у него достаточно большие были, поэтому мог в руках принести. И вот когда он это принес, и на четвертый раз увидел, что они пропали. И он обнаружил, что много шума, все возносят Джайадхвани. Он подумал, кому тут в лесу Джайадхвани возносят. И вот он обнаружил, что Джайкар происходит. И он удивился, что где. Как это возможно, что люди принимают омовение здесь? Что за место такое? Это Бхартараджа Мандир. И как я был далеко от храма Бхартараджа? И как это возможно? И он пошел Канчипурнам. Я раньше должен был сказать, но и вот он объяснил перед Канчипурнам. Я уже говорил. I already told at the time of Bharti came to give name Lakshman Desi, Shailapurna. Now this man is Kanchipurna. He is living a little far away from their village house. And every day he is going to
Вот они Канчипурна, он великий вайшнав, и когда... Because this is the only way. Kanchipurno from his village, every day going to каждый meet, you know, take darshan of Bharadraj and pray. И предложить Пушпанджали. Каждый раз он проходил через дом Лакшмандеши увидел его, ему было около 8 лет, и вот он, смотря на него, понял, что этот человек, великий вайшнав, он ученик Шайлапуна, был ученик Ямуначари, Канчапуна тоже был учеником Ямуначари. Однажды маленький мальчик, он пригласил этого великого вайшнава, чтобы он принял прасад в их доме. И этот маленький мальчик служил ему, Махапрабху, он и вот он служил, и вот он, этот Раманджачарья, он кормил Канчапурну, и после этого предложил ему постель, чтобы тот ему отдохнул. И Лакшмандеши, он хотел массировать его стопы, но тот отказался. Я с очень низкой семьи, поэтому не стоит этого делать. Я с низкой касты. Лакшмандеши начал плакать и сказал: «Сиддханта в том, что вайшнавы могут родиться в любой семье». Я в тот день говорил. Один из наших... His water was. I like to get his uchista, but I am unlucky. Sadananda. Как Сандананда, например, наш брат Боги, он родился в Германии, но это не значит, что он не вайшнав. Вайшнав может родиться в любой семье. И вот этот Раманджачарья сказал, что ты говоришь, вайшнавы они лучше, чем браманы, а ты хочешь избежать того, чтобы я служил тебе. Вот сказал, что люди критиковать будут, что из низкой касты, а ты из высокой касты. И вот Лакшмандеши сказал, что в нашей традиции Тируппан Аллах, Бхарати Махарадж, он часто говорил, эту историю рассказывал по Тирпуналвара. Он был из семьи Чандалов, которые живут в крематориях, помогают сжигать трупы. Очень низкая каста. И вот этот Тирпуналвар, этот человек, родился в очень низкой касте. Шатакопа тоже родился в низкой касте. Но что из этого Харидастакова тоже? Но что толку? Но Чайтанья Махапрабху хотел танцевать с Харидасом. Он хотел взять его на колени и танцевать. А мы критикуем из-за того, что Харидастакова родился в низкой семье. Но это оскорбительно. И вот этот Лакшмандеши говорит, несмотря на то, что он родился в низкой семье, но все равно он лучше, чем браман. Я говорил уже об этом.
если мы... Как Адвайта Ачарья, он сказал, Хрис такого, если вы примете прасад здесь, то я получу больше блага, чем откормление многих браманов. Даже накормя десятки миллионов браманов, я не получу такого блага, как накормив одного Харидас такого. Я следую наставлениям шастра. И вот Адвайта Госвами говорит так. И если я буду продолжать говорить, это займет долгое время. И вот мы от Рамануджа Ачарьи узнали, что Дайва Варнашрама, она очень эффективна. Дайва Варнашрама, она практична. И Рамануджа Ачарьи Лакшмандеши, он хотел получить дикшу. Времени мало, я хочу сказать больше, но времени мало на все. Когда-то я смогу сказать больше. И вот он хотел получить дикшу от Канчипурна. И вот и тот сказал, как я могу дать дикшу, есть низкой касты. Ну, я хочу получить дикшу от тебя. И в то же самое время, в то время, отец и мать, они организовали свадьбу детей в малом возрасте. 16, но жена, Jamamba, это ее звали Джамамба. Она была с семейной традиции браманской. И она была она следовала браманским всем правилам, предписаниям и гордилась тем, что она из высокой браманской семьи. Но Рамануджа Ачарья Лакшман Деши, ему надоело ее гордость. И Лакшман Деши попросил, если вы не дадите посвящение мне, то скажите, от кого я могу получить дикшу. И Канчапурна сказал, я спрошу Бхартараджа Бхагавана. И если я получу ответ, то скажу, подожди. И вот тем временем Бхартарадж пришел и сказал, что Махапурна, он гуру. Вот он можно от Махапурны получить дикшу. И тем временем однажды что-то случилось. Что случилось? Ямунаджа Ачарья, он в то время был жив. Он начал слушать о славе вайшнавов, Лакшмандеши. И Ямунаачарья хотел его переманить в свою группу. Ядавачарья был великим ачарьем, а
Если Лакшмадаси встретился бы с этим Ядавачари, он был вдохновился им. И... Но что Бхаратрадж сделал однажды? Ямуначарья пришел получить даршан Бхаратраджа издалека. Он увидел, что Ядавачарья, этот Майвада Виданта, этот Майвади, в общем, он не подумал, что сейчас неправильное время говорить с ним, он Майвади. И он издалека мог увидеть, но не думал, что сейчас можно поговорить с ним. И после этого он начал планировать, как этого Лакшмадеши пригласить в нашу группу. В то время стотра-аратна, Ямуначарья писал стотра в честь Бхаратраджа и дал ответственность Махапуне, что ты можешь пойти. Сесть в храме Бхаратраджи и читать их, не говори ничего. Можно найти Лакшмадеши пришел, чтобы получить даршан Бхаратраджа. Ты не говори ничего, просто читай. Стотра-аратнам написаны. И Лакшмадеши услышал эти стотры и спросил, кто же их написал, кто автор этого этих стотра-аратны. И сказал, что мой Гурудев написал их, Ямуна-ачарья. И тут папа попросил получить его даршан, они договорились, и они пошли встретиться с Ямуна-ачарьей. Махапурна взял Лакшмадеши и пошли к его Гурудеву. Но по воле Бхаратраджа, тем временем, пока они шли, он умер. И они были и с Шринивасачарьей то же самое. Случилось, он Савасачи пошел встретиться с этим Савасачи, тот умер, не успел он дойти. И вот он был очень печален, практически встретился с ними, и тут буквально за 5 минут до их прихода он умер. И когда Махапурна, он взял Лакшмадеши, и постепенно перед его трансцендентным телом Ямуна-ачарьи, то Лакшмадеши, не только Лакшмадеши, но также все видели он увидел три пальца Ямуна-ачарьи, они сложились, никто не понял почему. Лакшмадеши, по милости Ямуна-ачарьи, по милости Бхаратраджи, он понял, что великий Ямуна-ачарья, что у него осталось три желания, которые еще не исполнены в его жизни, три желания не исполнены. И вот благодаря своей интуиции и по милости Ямуна-ачарьи, он поговорил с его учениками и понял, что нужно сделать. И он прикоснулся к трансцендентному телу Ямуна-ачарьи и сказал, что я обещаю, что я все это Амнаю, этих южноиндийских людей, я буду вести их в должном направлении. Я организую для них панча самскару, 5 самскар.
сказал, что напишет различные книги, чтобы помочь им, и будет вести в соответствии с Дравид Амнай. И когда, когда он пообещал, один палец открылся, и он сказал, что я напишу комментарии на Веданта Сутру на основе Бодхаян Бхаши. И второй палец тоже открылся. И вот он пообещал, что Парашар Муни, вы слышали его имя, он написал одну Пурану, знаменитую Пурану, в которой весь мир. Изучают ее. И обычные люди не изучают эту Парашара Пурану, но и наш Лакшман Деши сказал, я обещаю, что я напишу эту энциклопедию по этой книге Парашара Муни, чтобы люди лучше понимали значение всех слов, и третий палец тоже открылся. И тем временем я забыл сказать, по руководству Канчипурна, и вот он получил возможность получения дикши от Махапурны. Но Махапурна, он сказал, та мантра, которую я дал тебе, если ты хочешь получить более глубокое значение объяснения этой мантры, то ты должен пойти к одному саду. Ты должен пойти к нему. Его зовут Гошта Пурна. И вот он объяснит мантра Рахасью. И вот по руководству Гурудева он встретился с другим гуру. Но тот его 18 раз отвергал. И вот он говорил, прийти там потом, завтра, опять потом. И вот так 18 раз он приходил, и 18 раз тут его куда-то отправлял, как Шрила Прабхупада, он тоже 18 раз пытался получить дикшу от Горкишода с Бабуджи Махараджа, но тот отказывал все время, и в итоге он сказал, что как Кришна обманщик, так и вы обманщик, и пойду и утоплюсь в Ганге. И Горкишода с Бабуджи Махараджа сказал, что хорошо, идите сюда, я дам вам дикшу. И вот таким образом, после того, как 18 раз и Гошта Пурна, он понял, что искренность, он искренен и был готов объяснить эту мантру, мистерию этой мантры. Аналитически было объявлено. И Лакшман Ачарья, Лакшман Деши, и вот этот Гошта Пурна нам объяснил эту мантру и сказал, чтобы тот не смел никому говорить. И вот Рамануджа Ачарья, он это еще пропустил там одну вещь, но все не успеваю. И вот Рамануджа Ачарья, он
хотел обмануть свою жену. Она была кармаканди брахманшей. И вот однажды один этот нищий браман пришел, жена его отвергнула и тут начал как перечитать, плакать, что пришел бикшу просить, меня выгнали, ничего не дали. Этот Лакшмадеша был там и сказал, что ты лучше иди, сходи, иди к моей жене опять и скажи, что ты пришел с дома ее отца, чтобы пригласить ее на свадьбу ее брата. Он написал письмо, чтобы написал каким-то особым образом, чтобы жена не поняла, кто написал. И вот он дал это письмо этому брахману и сказал, что сказал так и так. И вот он пришел, сказал, что на свадьбу ее брата приглашает. И вот это было очень радо. In the meantime, very tactfully, Lakshmandeshi coming in front of wife. What happens? You are dancing. You are so happy. Actually, you see this man, this sadhu coming with the invitation. What in the my brother's marriage? Oh, you should go. You must go. Lakshmandeshi, you must go. This with Lakshmandeshi, you cannot go. I can go after. First, you go because you are responsibility. But it is my request, you can go all your important clothes, sari, all important sari, and ornament you should, because time to time you have to change, ornament. You are right, He is speaking to husband, right you are. I can carry all my ornament and потом Лакшмандеша пришел, посоветовал ей побольше с собой одежды. Взять ей украшений побольше, чтобы их менять периодически, а этот браман тебе поможет. И вот когда жена ушла, Рамуджачарья Лакшмадеша пришел к Бхаратраджу, плача, и сказал: «Господь, я оставил свою жену с сегодняшнего дня. Я только твой. I am the sole property, your property I am. My life is now totally dedicated. Immediately Ramanujaja going in front of Ananta Sarovar. There is one big lake, Ananta Sarovar, very auspicious. You will have to take, everybody taking by. At the bank of Ananta Sarovar, Ramanujaja putting the и вот он пришел на и вот он потом принял саньясу от однодандовый саньясу от Ямуначари, и потом он стал известен как Рамануджачарья. Я уже объяснил, он объяснил Апаха Асубу Манту получил, потом рассказал его всем. Хотя Гурудев строго завещал, чтобы никому никогда не говорил значение этой мантры, а то он только вышел от Гурудева и перед 78 учениками он открыто рассказал значение этой мантры, хотя Гурудев ему строго запретил и сказал. И Гоштапурнам он был очень гневен, он и сказал, что ты отправишься в ад. Никому эту мантру не давать, и Рамануджачарья, он с сложными ладонями сказал, если я
и сказал, что если множество людей получат великое благо от этой мантры, я попаду в ад, то что плохого? Я смог помочь людям, я смог спасти их с помощью этой мантры, и за это готов отправиться в ад, поскольку могу спасти их. Гоштапурна понял мягкое сердце Рамануджа Ачарьи. Я уже сказал, что ты должен отправиться в ад, но ваша сиддханта очень важна. И твое суждение очень прекрасное, поэтому я прощаю тебя. И вот Гоштапурна, он позволил своему собственному сыну получить дикшу от Рамануджа Ачарьи. Он написал Веданта Сутру. Изначальный манускрипт написанный Бадайном, Бадайн Паша, он Майвади его спрятали в Кашмире где-то, на Сараде, на Сарадапите. И вот вместе с Курешем я кратко объясняю, вот со своим учеником Рамануджа Ачарьи. Он Рам Амса. Они пришли спросили Бадхан Башу, эти майявади сказали, что нет у нас ничего такого. И вот ночью Нисимха явился с Бадхан Баши, и он для Бхагавана все возможно, хотя это закрыто, но Нисимха взял ее и отдал Рамануджа Ачарьи. А майявади ее скрывали, поскольку там было, майявада опровергалась. И вот Куриши Рамануджа Ачарьи, они быстро ушли с раннего утра, и те майявады посмотрели, Бадхан Баша пропала, и подумали, что они наверняка ее украли. И вот так или иначе, они нужно было спасти Бадхан Башу. И вот они taken away. Ramanujaja feeling hopeless. Oh, Prabhu. I was almost successful, but not failed. И вот, в общем, майявади их нагнали, забрали эту Бадхан Башу. Рамануджа Ачарьи был очень опечален, что она пропала. И Куреш тем временем сказал Гурудеву, что Гурудев, не беспокойтесь. Я читал ее, пока мы вместе убегали от них, я ночью читал
Баданбаша, я запомнил все. И я запомнил все это Веданта Бхашья. Я вскоре напишу, опишу все это. И вот по милости Гуру, возможно, все. И Куреша описал все. И он отдал Гурудеву. Это Баданбаша. Рамануджачарья был очень счастлив, он благословил его. И вот Рамануджачарья, он много вещей, и тем временем Майавади Сампрадая, они хотели убить его. И в Мадурае был очень свирепый царь Кримиканта, его звали. Он был этим Шива поклонником, хотел победить Рамануджачарью, и какой-то посланник пришел, чтобы послать послание от Кримиканты. И вот, не сказав Рамануджачарью, Гурудеву Куреш сказал ему, кто такой Рам. И вот он, Куреш не был саньяси, но он просто оделся как Гурудев, одел его одежду, взял данду и пошел встречаться с Кримикантой. Ты Рамануджачарья, да. Ты должен изменить свой путь баджана, должен стать шайвой, иначе мы тебя убьем. Либо ты примешь наше учение, нашу шайву мантру, либо мы убьем тебя. И вот начали спорить. Куреш был очень могуществен, не мог он. И в итоге не было другого пути. Взяли Куреша и выкололи ему глаза. Кровь начала течь из его глаз, и Куреш, по милости, он с помощью какого-то нищего, да, попавшегося по пути, дошел до Гурудева. Гурудев, он был опечален, и вот Рамануджачарья взял Куреша. И они достигли лотосных стоп Бхарадраджа, и тот сказал, начали молиться: «О, Господь, ради тебя, ради меня, Куреш лишился своих глаз, и, пожалуйста, даруй ему новые глаза». И с тех пор Куреш развил такое видение, такой даршан. Он мог видеть все. Он обрел трансцендентное видение. И вот Рамануджа Сиддханта, это Шакти Сиддханта. Рамануджа говорит, он говорил о Вишишта Адвайтаваде. Рамануджа говорит, вся джива, все дживы, они тело Брамы, но особое проявление этого Брамы. Вишишта — это особое проявление Брамы. Дживы — это Шакти Амша. В Гите я могу объяснить в один день. Шакти Сиддханта мы знаем. И вот Бхагаван говорит, что значит «мамайва амша» — «мои». Если Бхагаван говорит, что «дживы» — они мои части, думаете ли вы, что Бхагаван, можно его разделить на какие-то части? Когда Бхагаван говорит, что Bhagavan is divided into infinite part, and one part is jiva, not that. That Siddhanta someday I can explain.
Now today I can only speak this much. That jivas are shakti. Jiva это шакти амша. Jivas are not the ansa Bhagavan. Они не части Бхагавана. Since we know the Siddhanta. И хотя мы знаем Сидданту. We know the Siddhanta, no? That day I was speaking. В тот день я говорил. Шакти, шакти, матабьют. Бхагаван и шакти не отличны друг от друга, и в этом это Сидданта. И вот это значит, что часть джива — это часть шакти, энергии Бхагавана. И вот во время джива-таттва я объяснил это, что джива-таттва Татаста Шакти одновременно внутри Бхагавана и снаружи. И как это возможно? Это непостижимая сила. Если снаружи, ну, понятно, что снаружи, а внутри, значит, внутри. А как одновременно и внутри, и снаружи, непонятно. Bhagavad speaking, simultaneously, or infinity world, inside me, at the outside me. Not inside me. How is possible? Now you say inside? Yes. That is all my power. И в этом как раз могущество Бхагавана, особое могущество. И не всегда можно логически понять. И мы, Гауди, мы принимаем Шакти Сидданту от Рамануджа Ачарьи. И вот на сегодня конец, время кончилось. Jai Sri Ramanuja Charjo Ji Maharaj Ki Jai. At the age of 78, 79, he will leave body today. We like to crave. Вот возле 79 лет он оставил тело в этот день, и мы молимся о его милости. Банчак.